Ежегодное первенство Брестской областной организационной структуры ДСА в памяти воина-интернационалиста Ильи Дмитриевича Жуковича собирает в стенах тира учащихся школ Первого региона. Юноши и девушки демонстрируют свои навыки в стрельбе, соревнуясь между собой и даже подтверждают звания кандидатов и мастеров спорта. Соревнования проводятся согласно ЕСК. ЕСК выполняется упражнение ВП-2. Это стрельба стоя, 20 выстрелов зачетных, 6 пробных. Выступает 6 команд из районных организационных структур. Это Брест, Драгичин, Пинск, Столин. Наши соревнования проводятся 2 этапа. Сегодня первый этап, в воскресенье будет второй этап. Тоже будет выступать 8 команд, то есть мы охватываем всю область. Снайпер Илья Дмитриевич Жукович родился в Березовском районе, героически погиб в неравном бою с душманами в горах Афганистана, прикрывая отход товарищей. Посмертно награжден орденом Красной Звезды. Увековечивание героической славы отважного белоруса нашло свое отражение в присвоении первенству имени героя. Мы в том числе посвящаем наши соревнования всем тем, кто воинам-афганцам, кто погиб на той войне. Мы посвящаем его и тем, кто здравствует, кому посчастливилось жить. Таким образом, ну, в какой-то степени, с одной стороны, отдаем дань памяти афганцам, и с другой стороны, мы сегодня обращались к молодежи и говорим им о том, чтобы наша общая задача состоит в том, чтобы сохранить вот эту тоненькую нить, которая связывает поколения, чтобы наша молодежь не дистанцировалась от старшего поколения, чтобы они уважали тех людей, которые прошли испытания войной, которые с честью выполнили долг, солдатский долг. Участники первенства искренне любят этот вид спорта и с удовольствием участвуют в состязаниях. Занимаюсь стрельбой уже 6 лет. Хожу в клуб юных моряков в Пинске. Он открылся уже давно. То есть мы там занимаемся также борьбой. Ну и в Пинске на 9 мая также проходят парады. Мы там тоже участвуем. Ну и сюда приехали, ДСАФ предложил. Меткость развиваешь, вот, мышление куда, как распределить. Победители и призеры соревнований награждены кубком, дипломами, медалями и денежными призами от Совета Брестской областной организационной структуры ДСАФ. Для молодого поколения первенство – это не только борьба за заветное призовое место, но и часть патриотического воспитания. Привлечение молодежи к занятиям стрелковым спортом и важный этап в подготовке к защите своей страны. Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.